Сорока 6-летняя Анна Михалкова порадовала фанатов редким кадром со своей 6-летней дочерью Лидией. Актриса запечатлела девочку с ее подружкой Катей. Представительница знаменитой династии проводит время за городом вместе с семьей. Теплая домашняя атмосфера навеяла на Анну яркие воспоминания, связанные с дочерью. Михалкова умилилась, как однажды Лида сладко уснула у нее на коленях. Вот едем с Лидочкой из гостей, где она бегала, прыгала, ловила кота, искала ежика, ела конфетки, пила газировку, собирала букет, убегала от соседа Димы, играла в принцессу со своей подругой, умоляла остаться на ночевку, спрашивала, через сколько минут мы поедем домой. Наконец, мы выезжаем, и через 2 минуты моя дикая кошка засыпает у меня на коленях, держа мой палец потной, сладко-липкой ладошкой. Рассказала актриса. Дочь Никиты Михалкова посетовала, как быстро растут дети. Звезда фильма «Давай разведемся» запечатлела маленькую Лиду. Девочка в прелестном синем платьице сидела на краю шезлонга и что-то смотрела на айпаде. Ее волосы были убраны в милый хвостик. Анна решила показать лицо малышки. Актриса поймала трогательный момент, когда Лида и ее подружка Катя пили из трубочек, стоящих в одном стакане. Обе девочки были так увлечены, что не заметили, как их снимают. Кафе-бар «Я догоню». Лейкато. Лето 2020, подписала атмосферное фото Анна, процитировав фразу из культового фильма «Покровские ворота». Поклонники Михалковой пришли в восторг от кадров. Многие поблагодарили актрису за трогательное откровение и отметили, как выросла Лида. Как проникновенно и тонко, какая милота, лапули. Самая красивая картинка детства, которую я видела, утомленные солнцем, очень красивое фото. Лидочка очаровательная, написали пользователи. Пока Анна проводила время в компании дочери, ее 20-летний сын Андрей уехал кататься на машине с тетей. Надежда Михалкова показала красавца племянника в своем микроблоге. Юноша стоял, опершись рукой на дверь машины, щурился от солнца и поправлял густую шевелюру. Надежда очень близка с детьми Анны. Недавно она навещала старшую сестру, ее очень тепло встретили племянники. Михалкова-младшая показала свою дочь и сына, которых родила в один день с разницей в 2 года. 17-летняя внучка Никиты Михалкова получила школьный аттестат. Поклонники звездного семейства восхитились, какой красавицей выросла 17-летняя Наталья.